Всем привет, ребята, с вами Эндрю. И сейчас мы взломаем игру Shadow Fight 2 на деньги, кристаллы и уровень. Нам нужны root-права, папка, папка одна и, естественно, программа Root Explorer. Заходим в дату, опять ищем папку дата, ищем папку com.nakedshadowfight. Ищем ее. Так, она где-то внизу. Вот, com.nakedshadowfight. Заходим в папку Files, папка Assets. Ищем папку Users XML Hash. Ой, вернее нет, просто Users XML. Копируем папку. Так. Вставляем в любую папку в памяти вашей. Я вот создал. .111, чтобы долго не искать. Открываем в текстовом редакторе. Вот тут видите money и бонус. Это я уже взломал их на кристаллы и деньги. Теперь можем взломать на уровень. Я поставлю 51 уровень. По-моему, 52 максимальный. Сохраняем изменения в этом файле. Удаляем users.xml.bug. Переименовываем файл users.xml на list.xml. Копируем. Скопируем сюда. Перезаписываем. И разрешение. Запись удаляем. Теперь запускаем игру Shadow Fight 2. У нас появилась вот такая хрень, нажимаем Reload. Теперь закрываем игру, заходим сюда, файл list.xml, list.xml.hash, копируем, старый файл в той папке удаляем, нажимаем скопировать, переименовываем оба файла, чтобы было users.xml, users.xml.hash. Теперь копируем, удаляем папку лист. Перезаписываем эти файлы. Теперь заходим в игру Shadow Fight 2. Так, ладно. Выключаем интернет. Ну, это на всякий случай. А то там всякие синхронизации с Google Plus, я не знаю. Первый раз, когда пытался взломать, у меня ничего не получилось. Поэтому на всякий случай выключите для первого запуска. И, как видите, у вас 51 уровень. А я в самом начале. Опа-на. У вас 51 уровень. Открыты все оружки.
Ну, не все, которые до кровавого жнеца. Все. Это, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А вам это видео точно понравится. Ну и ждите следующих. Всем пока.